Всем привет, друзья! Ну что, Леша, сначала хочется тебя поздравить, наверное. Вот сегодня просто наконец-то мы услышали то, что вышло из твоего организма, так сказать, твой альбом. И хочется тебе пожелать, чтобы этот альбом у тебя покрывался коррозией. Лучше золотой, а еще лучше платиновой, да, обязательно. Ребят, давайте поаплодируем этому факту, потому что... Ты знаешь, ты нам позвонил с утра, мне просто так спешили, что Рома даже вот прям с кровати прижали. Мама, да, и подарок, ну, для тебя мы хотим спеть именно тебе эту песню, посвятить ее именно тебе. Песня так и называется «Фаина». Давайте поаплодируем. Друзья, Клим Грюма на сцене! Фаина, счастье словно талый снег. Где ты? С кем ты? Где же Фаина, твой серебристый смех? Прячешь ты глаза от меня, и уже светлела дня. Ты с другим целуешься при всех. Спасибо, друзья, давайте поаплодируем еще раз.